гражданин Армении за несколько тысяч долларов был готов организовать липовые документы о наличии болезни. Служба национальной безопасности Армении, СНБ, раскрыла схему уклонения от службы в армии. По предварительным данным, гражданин Армении, зная тонкости работы военно-медицинской комиссии, используя связи среди врачей, организовал освобождение или отсрочку от армии для 5 призывников. Каждый случай стоил родителям призывников от 3 до 8 тысяч долларов. Взамен организовывались поддельные заключения о наличии болезней, несовместимых с армейской службой. В Следственном департаменте СНБ возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено 2 гражданам. Следствие продолжается. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео, и пишите ваше мнение в комментариях.